Здравствуйте, Денис Владимирович. Добрый день. Сейчас экономика страны переживает не лучшие времена. Многие говорят о стагнации. Как дела обстоят в Тульской области? Если мы говорим, что такое стагнация, это снижение спроса внутреннего. И это в нашем случае достаточно неровные цены на внешнем рынке, на нашей продукции. Но что отрадно отметить, что в целом экономика Тульской области справилась с задачей в 2013 году. И для нас даже можно назвать год достаточно успешным. Потому что рост объема производства по Тульской области, по всем отраслям составил плюс 7%. А в среднем по стране тогда? Я думаю, что оценка будет примерно 1% роста. И здесь, конечно же, мы будем лидерами не только в Центральном федеральном округе, одним из лидеров, но и в целом по стране. А как тогда удалось? 7% и 1%? Ну, это большой разбег. Да, конечно же, если мы будем смотреть абсолютные цифры, сколько там объем производства в России и в Тульской области, конечно же, мы там меньше процента, то есть от всей экономики страны занимаем, но бюджет Тульской области формирует, конечно же, наш промышленный потенциал. Поэтому эти 7% они выразились в том числе и в росте собственных доходов консолидированного бюджета Тульской области. А здесь тоже очень приятная цифра. Мы практически второй год подряд растем больше, чем на 15%. Сейчас цифры будут уточняться. Я думаю, что это около 16% роста собственных доходов. А это как раз тот показатель, который говорит о расходной части бюджета. Сколько мы с вами можем потратить на социальные программы, на дорожное строительство, на жилищное строительство в социальной сфере и так далее. За счет чего удалось сохранить и приумножить темп роста? Сработали очень многие предприятия, которые заложили инвестиции в прошлые годы. Объем производства вырос, снизились льготы, которые мы предоставляли инвесторам. Уже есть те, которые прошли весь период льгот и сегодня работают с полной отдачей в бюджет. Если говорить про отрасли промышленности, то лидером, конечно же, стал в этом году машиностроительный комплекс. И в его числе очень хорошо сработала оборонная промышленность. Обратимся к нашему соседу, который у всех на слуху, Калужская область. У них есть стратегия развития, они понимают, что хотят 7 кластеров. Автостроительный, фармацевтический, агропищевой. Что хотим мы? Мы делали анализ, конечно же, мы сравниваем себя с конкурентами. Вот за 2,5 года, если брать 11, 12 и половину 13, пока статистики за конец года у нас нет, то, например, Калужская область привлекла в свою экономику 199 миллиардов рублей инвестиций. Тульская область привлекла за тот же период 187 миллиардов. То есть, да, мы немного отстаем, но это совершенно не критично. Это для нас только подстегивающий фактор для того, чтобы работать интенсивнее и закладывать какие-то свои лидирующие позиции в будущем. Какие точки роста у нас в плане стоят? Мы разработали в этом году концепцию и стратегию развития Тульской области до 2030 года. А принцип развития промышленности заложен кластерно. Это сегодня самый эффективный механизм формирования тех производственных цепочек, которые дают добавленную стоимость в регионе. Вот таких кластеров у нас 15 перспективных и где-то около 17-18 реальных, те, которые у нас сегодня работают. Это практически в два раза больше, чем у соседней Калужской области. Да, и это объясняется тем, что экономика Тульской области настолько диверсифицирована, что у нас столько отраслей промышленности, что каждый из них имеет потенциал и имеет реальные возможности для развития. Начиная от агропромышленного, от производства сельскохозяйственной продукции и кончая радиоэлектроникой. Поэтому обойти вниманием каждую из отраслей, то есть здесь в этой истории нельзя. И действительно нужно дать возможность каждой отрасли реализовать свой потенциал. Что делается для развития, там, условно, давайте, 17 вот этих намеченных кластеров? У нас эффективно работают законы о льготном налогообложении инвестиционной деятельности. Мы сегодня занимаемся строительством инфраструктуры. Я думаю, что многие уже слышали о том, что полным ходом идет строительство индустриального парка «Узловой». Это 2500 гектар земли промышленного назначения, обеспеченные всей инфраструктурой. И вот в таких сквозных мерах поддержки мы практически поддерживаем все отрасли промышленности. Резидентами парка могут быть любые компании, которые соблюдают экологические требования, чтобы у нас действительно был технопарк, который не загрязняет окружающую среду. А есть понимание, кто придет именно в Узловой, вот в технопарк Узловая? У нас есть порядка 5 крупных компаний, с которыми идут переговоры по Узловой. Конечно же, все ждут начала строительства, потому что риски вхождения в свободные пустые, так скажем, земельные площадки достаточно велик, поэтому, когда мы начнем строительство, я думаю, что мы уже начнем подписывать соглашение с инвесторами, резидентами будущего парка. Но они хотя бы к какой отрасли относятся? Это машиностроительные компании, это производство строительных материалов,
и такие пока еще химические снабжающие организации, так скажем, те, которые с высокой инновационной составляющей. Ведь не только в Узловой, да, планируется создание технопарка, есть еще несколько? У нас концепция создания технопарков достаточно такая широкого действия. То есть мы как строим сами технопарк, вот это государственный технопарк, который строит корпорация развития Тульской области, так и помогаем бизнесу, который занимается развитием технопарков. У нас партнерские отношения, допустим, с такими компаниями, как Московский Азот и Щекино Азот, у которых есть промышленные площадки. Они подготовили для захода инвесторов, это их собственность, это их инфраструктура, и мы помогаем им реализовать эти площади и найти на них инвесторов. Для нас это как раз построение вот тех кластеров, о которых мы говорили, чтобы замкнуть производственные цепочки от, допустим, если химии, от крупнотоннажной химии до готовой продукции, чтобы они не вывозили, то есть наше сырье в, или полуфабрикат, так скажем, в Китай, в тот же, и оттуда привозили готовую продукцию для российских потребителей. И вот какие производственные цепочки мы вот в перспективе хотя бы хотим замкнуть? Если говорить про самые большие, от которых мы ждем действительно такого макроэкономического эффекта, это металлургия, химия, машиностроение. То есть это те отрасли, которые действительно могут составить вот экономику будущего в Тульской области. И в этом отношении у нас есть достаточно такой успешный старт. Это проект создания производства по стали на Тулу-Чермет. Акционеры и менеджмент компании просчитали бизнес-план и сегодня приступили к его реализации. В дальнейшем мы должны полностью уйти от экспорта чугуна и перерабатывать на нашей территории чугун в сталь и продавать уже готовые изделия. 2013 год прошел под таким лозунгом, что в Тульской области будет создан центр станкостроения. Вот сейчас на каком этапе эта идея? Да, это одно из перспективных направлений развития. И действительно, мы проанализировав предпосылки, исходные условия для развития этой отрасли в Российской Федерации в целом, заявили себя и представили область для того, чтобы федеральный центр, в частности Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, включило нас в программу создания и вот реконструкции станкостроительной отрасли в Российской Федерации. А сегодня у нас пока достаточно скромные успехи, то есть у нас есть одно предприятие совместное, которое вместе с Тулумашзавод, итальянское производство, должно приступить вот скоро к сборке станков. Но действительно задел достаточно хороший, и когда у нас появятся производственные площади в технопарке, то есть уже потенциальные компании, с которыми ведется именно переговоры, то есть по размещению их предприятий на нашей территории. Нам интересны те компании сегодня западные, которые продают свою продукцию на территории Российской Федерации. А после того, как у них успешно идут проекты продаж, то тогда можно говорить о сборке на нашей территории. И если сборка показывает себя эффективно, тогда уже идет дальнейшая степень локализации и производства и компонентов, в том числе для этой техники. Ну а совершенно это вот верх того, что нам хочется, это, конечно, центр по разработке новой продукции. И у нас есть успешный пример, вот как раз локализации вот этих предприятий, это компания Unilever. Вот их фабрика по производству мороженого, Инмарка, которая у нас в Туле расположена, теперь оснащена еще новым R&D-центром. Компания Unilever построила его в этом году, запустили в этом году. И, наверное, это один из... Вы имеете в виду, это центр разработки, центр разработки, да? Новой продукции, да. Это один из уникальных проектов вообще в Российской Федерации, когда такие мировые гранды именно в бизнесе реализуют R&D-центры на нашей территории. Это действительно очень сложно, несмотря на такую бытовую принадлежность этой продукции, там мороженое, но это очень инновационный продукт. И половина ученых уже из Тульской области. Судя по последним данным, иностранные инвесторы в Россию не особо торопятся прийти. Вот как на этом фоне спада инвестиционной привлекательности страны привлечь инвестора в нашу область? Если посмотреть вот этот инвестиционный бум, который был последние 10 лет в Российской Федерации, то в основном это, конечно же, те предприятия иностранные, которые приходили под внутренний спрос. Те, которые работают по всему миру, продукции которых рекламируется и продвигается по всему миру, и бренды у нас практически все известны, не будем их сегодня называть. А сегодня, чтобы пришел иностранный производитель на нашу территорию, его нужно заинтересовать каким-то новым качеством, то есть почему он должен к нам прийти. И вот эти перспективы, то есть одно из самых направлений, то есть важных, которые мы для себя определили, это кластеры. Для того, чтобы снизить логистические издержки, чтобы попасть вот в инновационную структуру разработки новой продукции. И ведь действительно сегодня, если говорить о себестоимости производства продукции, то она на территории Российской Федерации достаточно высока.
Это объясняется и тем, что энергоносители у нас достаточно подросли по цене. А такая же у нас картина по заработной плате. Мы же стремимся повышать заработную плату. Сегодня в Тульской области она почти 24 тысячи рублей. А если брать десятилетние цифры 10 лет назад, то она была достаточно невысокая. Поэтому иностранным производителям было выгодно приходить под дешевую электроэнергию, под дешевую заработную плату. Так все-таки почему инвестор условно должен прийти в Тульскую область, а не в Калужскую? Для того, чтобы стать частью производства какой-то инновационной продукции. Продукция в Тульской области должна стать конкурентоспособной. И вот каждый инвестор, независимо от российского и иностранного, должен найти в этой цепочке свое место. И если сегодня, допустим, производители, разбросанные по всему миру, которые производят, там, я не знаю, там, профиль, допустим, там, оконный, то есть, то локализовав их на одной территории, у них появятся совместные выгоды для того, чтобы действительно производить и конкурировать с другим кластером. То есть сегодня идет уже не конкуренция между территориями, а конкуренция между корпорациями, то есть те, которые могут найти для себя более выгодные способы производства. Здесь необходимо смотреть показатель такой, как доля инвестиций в ВРП. Вот по указам президента она сегодня определена 24%. То есть объем инвестиций в долю ВРП должен составлять не менее 24%. Если брать Тульскую область, то у нас примерно 28%. То есть мы перевыполняем, и достаточно хороший показатель. Про иностранные инвестиции, вот проиллюстрировать, у нас за этот год будет больше миллиарда долларов инвестиций. Объем достаточно хороший. То есть и мы здесь, я думаю, даже, возможно, поборемся, то есть, за место с Калужской областью. Знаете, губернатор Калужской области как-то пожаловался, что чем больше он привлекает инвесторов частных в область, тем меньше он получает поддержки от федерального центра. Он же взял кредиты, да, чтобы обеспечить инфраструктурой, а их же надо отдавать, а он льготы дал инвесторам, чтобы они к нему пришли. Да, это достаточно такой дискуссионный вопрос. Я думаю, что он говорит это опосредованно через субсидии федерального центра. И, конечно же, когда регион развивает собственную налогооблагаемую базу и у него растут собственные доходы, то доля субсидий у него в доходной части бюджета снижается, федеральных субсидий. И, конечно же, мы тоже в этом процессе находимся и отслеживаем тоже снижение федеральных поступлений, потому что сами лучше работаем. И сегодня разрабатывается, насколько я знаю, федеральным правительством методика стимулирования регионов, которые хорошо работают и именно формируют собственную налогооблагаемую базу. Если говорить про такие локальные методы поддержки, то это были гранты федерального правительства. Я думаю, мы помним, в 2012 году, в 2013 году по итогам 2012, и Тульская область как раз получала два гранта вот в эти два года, как регион, попавший в двадцатку, который достигает наилучших результатов привлечения инвестиций и роста налогооблагаемой базы. Строительство каких объектов нам ждать в 2014 году? Потому что есть, насколько мы знаем, проект «Новая Тула», есть проект строительства платной автодороги. Проект «Новая Тула» – это строительство нового микрорайона на Калужском шоссе. Уже в 2014 году мы приступим к реализации именно жилищного проекта, вот развития нового микрорайона. А новая автодорога? Стратегический план – это реализация проекта замыкания дорогой первой категории технической Новомосковской Тулы. Мы же очень часто говорим о проекте развития Тульской агломерации, именно концентрации ресурсов вот на этой территории. И вот каркас дорожный должна составить вот эта автомобильная дорога. По нашим расчетам, тогда дорога автомобильная и время в пути составит примерно полчаса. Тула до Новомосковска за полчаса по новой дороге. Да, и тогда у нас экономические связи между этими двумя городами будут настолько тесные, что территория между ними будет развиваться вот таким мультипликативным, подверженным. Дорогу надо расширять, да, чтобы поток увеличить. Первая техническая категория это подразумевает две полосы в одну сторону и в другую. Это в таком же исполнении, как она сегодня идет до Новомосковска от М4. И на какой стадии этот проект? У нас есть два механизма. Первый это государственные программы федеральные, в которых мы просто просим федеральный центр просубсидировать, дать нам денег на строительство такой инфраструктуры. Но понятно, что достаточно тяжело, потому что речь идет там, о, я думаю, 15-20 миллиардах рублей на строительство этой дороги. И необходимо обосновать ее экономическую составляющую. И если у нас получится экономика, то здесь можно рассматривать проект строительства дороги на основе государственно-частного партнерства. Сегодня у нас есть как отечественные инвесторы, которые сегодня прорабатывают модель этого проекта, так и западные. И нужно понять вот именно экономику, финансовую модель, за сколько дорогу можно окупить. В этом году мы должны, я думаю, закончить все проектные решения. То есть мы должны понять схему, то есть как она будет функционировать. Но параллельно мы, конечно же, продолжаем просить денег просто из федеральной программы для того, чтобы, может быть, ее построили за федеральные деньги. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста.